Эй, ребятки, привет! И я сейчас начинаю делать обзор отеля Best Hotel Alanya. Я вам покажу сейчас мой номер, какой он есть в бардаке. И пойдем на ужин, посмотрим, что дают на ужин в этом отеле. На все включено в эпоху ковида. И как дают. Вот у меня тут куча вещей, потому что я на мотоцикле приехал, там все грязное сложил. И я ищу квартиру сейчас, и поэтому я не разбираю ничего. У меня вот в кучу сложено. Потом буду увозить как-то эту квартиру. Вот санузел, самый обычный. Вот такой вот санузел. Ничего такого. Мыло было в комплекте. В комплекте лежало гель для душа, шампунь, все было. Вот. Маленькая комнатка, шкаф. Так, балкон есть. Налево посмотришь, тут улица, магазинчики. А направо посмотришь море. 50 метров до моря, считай, первая линия. Я думаю, это огромнейший плюс для этого отеля, для этой тройки. Вот, в принципе, все нормально, все работает, все аккуратно. Если не новый кондиционер, если не продираться, то все круто. Все, пойдемте вниз, спускаться на лифте. Лифт, конечно, годов 30-х, наверное, 30-х годов 20 века. Но ничего, зато работает. Интересный лифт. Страшно, говорю, уже 30-е годы. Как это открывается? Добрый вечер. Добрый вечер, друг, как дела? Да, нормально. Это GoPro? А? Это GoPro? Это лучше, это Сонька. Она надежнее. Надежнее. А? Мотоцикл. Чем так цепляем? Шлем мотоцикл? Да, да, я на шлем вот так цепляю, так снимаю все. Это для блога, для блога. Подпишись. Тебе есть? Да, я попозже скину тебе. А? Два, у меня даже два целых. А там было не серьезно, да? Всего понемножку. Да. Суп, вот это. Это рис? Рис? О чем какой крупный? Ну, чуть-чуть прям, чуть-чуть. Немножко курица и вот это всего. А, тарелку. Я заболтался с тобой и все, забыл. С этой камерой. Все, хватит. Да, если можно. Белка надо побольше. Спасибо. И тоже одну ложку вот эту. Это баклажаны, да? Томатами, отлично. Ура, хватит. Да, хватит, все. Спасибо большое. Что скажете? Ой, курица наелся, прям они кладут от души. Хочешь еще? Пожалуйста. На обед котлетки. На обед котлетки были, белок есть. Утром яйца, белок есть. На ужин
курица, белок есть. Для тройки нормально, вполне. И не повторяются, кстати. Давайте покажу экстерьер отеля. Вот там дорога и после нее сразу море, то есть 50 метров до моря. Вот так выглядит отель. Такой свежий, наверное, реновацию делали год назад. Мне так кажется. И посмотрим зону лобби, рецепции. Юнайтед. Омлет. Поменял евро на лиры. Сейчас буду снимать квартиру. Нашел классный вариант за всего 1800 лир с бассейном. Сейчас я, ну правда, Cité это не современный комплекс, но нормальный такой с территорией, бассейном. Вот, сейчас я поеду туда и покажу вам, наверное, в следующем видео обзор моей квартиры, новой квартиры в Алании.